Так, обнаружили мы стайку. Дядя Юрыч готов? Готов. Давай, мой хороший товарищ. Так, я не присягиваюсь, надеюсь. Нет, давай. Это мое ружье, надеюсь, да? Так, белый гусь. Сворачивай влево и пошел. Ой-ой-ой, возле дороги, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, только порезка. А там нельзя ехать. Закрыть. О, есть вариант. Проезжай. А? Проезжай. Нет. О, что делать? Бежим, бежим. Ты думаешь? Бежим. Далеко. Далеко надо было. Больше нет, патроны забери. Складываем. Ветер мне прямо в спину. Решили попробовать взять ее. Вот она там налетает. Уходит. Может, развернется, не знаю, посмотрим. Может, полетит. Юрыч с той стороны пошел попытаться там выстрелить. Может, пойдет. Обычно птица против ветра поднимается легче, чтобы уходить. Удастся хорошо, нет. Тоже хорошо. Если вам видно, но вот там все усеяно белым гусем. Юрыч собирается с той стороны попытаться пройти в середину и попытаться выстрелить. А птицу попробуем взять клином сзади, с той стороны сзади. У меня ветер дует, значит, скорее всего, что птица пойдет на меня против ветра и легче подняться. Метров 200-250 мне до птицы. На поле я не могу выйти, потому что учует и увидит, потому что я иду по ветру. Птица очень чувствительная, поэтому я не буду этого делать. Я буду здесь сидеть в засаде. Ветер как раз от меня. Ну попробуем. Жду выстрела от Юрыча. Вот он переходит, переходит туда, куда мне не надо. Гусь. С той стороны. Ну, если что, то я буду переходить. Дистанцируется чуть левее по мою сторону. Ну, если повезет, то повезет. Не повезет, поедем дальше. Там еще есть стайка. Посмотрим, как будет. Смотрите, что делает черный. Пролетает мимо меня. То, что нам как раз нельзя сейчас. Нас интересует только белый. Так, у нас охота запрещена на черного. Бедные наши белые гуси. Не так много, но пытаемся их достать. Я все меняю, меняю свою дислокацию. Попытаюсь я с той стороны леса пройти. Гусь подтягивается к лесу. Над лесом идет. Значит, мне туда надо. Как дела у тебя, Юрыч? Ну что, нормальный охотник, можешь на это смотреть?
черный гусь летит под выстрел. Смотрите, налетает на меня. Вот он. Стреляю не хочу, только так. Бух! 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 Бух, 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 бух! Вот представьте, как нам здесь живется. В Канаде тяжело. Белый гусь срет на нас, а мы его просто махаем ему ручкой. Ай-яй-яй. Что еще можно сказать? Не подпускает белый гусь. Очень затяженная зима была. И просто-напросто вот, стая белого гуся. Очень много. Америкосы, абрикосы настреляли его, и он боится, жуть. Не подпускает, осторожничает. День красивый удался. А мы тут по два выстрела, три сделали, и все. И больше ничего не можем сделать. Не подпускает белый гусь. Ну ничего, еще попробуем. Красавчик, прямо на нас улетает. А охотиться нельзя. Вот посмотрите. Нормально ли можно это все смотреть? Черный гусь. Вожу, салаби. Мерси. Ой, не паде бланш. Или не паде азо бланш. А не? Жаме. Ожорди или папаку. Мы с вами потом будем разговаривать, когда у нас будет время. Насколько он пуганый, а?
то же самое.